Доктор Машинкова. Возле своего гаража доктор Машинкова мастерит какое-то странное устройство. Давай посмотрим поближе. Это будет машина времени, сказала доктор Машинкова. На ней я отправлюсь в прошлое, чтобы своими глазами увидеть, какие раньше были машинки. Все было готово, можно собираться в путь. Машинкова решила отправиться на 250 лет назад. Именно тогда только начали появляться первые автомобили. Машина времени заработала. Огромные обручи начали вращаться, разгоняясь все быстрее и быстрее, разрезая воздух. Появились яркие вспышки и искры вокруг. И вдруг все исчезло. А потом все вокруг снова появилось, но уже немного другое. Машина времени стала замедляться и совсем остановилась. «Сработало!» – обрадовалась Машинкова. «Все получилось!» И действительно, Машинкова оказалась в прошлом. Вокруг было все такое незнакомое и странное, а по дорогам ездили очень удивительные машинки. «Надо пойти и посмотреть на них поближе», – подумала Машинкова, вылезая из своего удобного кресла. Машинки двигались очень медленно и пыхтели, как маленькие паровозики. Они и правда чем-то напоминали паровозики, ведь они тоже ездили на пару. А этот многоместный паровой автобус чем-то напоминал большую карету, но без лошадей. «Давай-ка остановим один и рассмотрим его повнимательнее. Вот это очень необычный паромобильчик. Давай посмотрим, как же он работает. Спереди у него большой котел. Это и есть его двигатель. Давай я расскажу, как он устроен. Внизу котла горит огонь, нагревая воду над ним. Испаряясь, вода превращается в пар, который идет по этой трубе в специальную камеру. Там пар толкает поршень, который рычагами вращает колесо. Всю работу делает пар, поэтому-то машина и называется паровой автомобиль или просто паромобиль. Также устроен паровоз и пароход. А теперь заглянем в гараж. А в гараже было тоже необычно. В центре него находилась огромная печь. «Ой, кто-то не закончил ремонт этого маленького паромобильчика. Что же с ним случилось?» «Ага, понятно. Шпилька, которая должна держать колесо, сломалась. Что же делать? Надо подумать». «Идея! Я выкую новую шпильку сама, на этой наковальне. Приступим. Сначала оденем рукавички. Вот из этого стального болтика я и выкую новую шпильку. Для начала его нужно нагреть в печи, чтобы металл стал мягче и его можно было бы ковать. Готово. Теперь идем к наковальне. При помощи наковальни и молотка я смогу из этого болтика сделать шпильку», сказала Машинкова и начала стучать по раскаленному металлу. От ударов болтик превратился в длинную палочку. Теперь осталось ее загнуть, и новая шпилька готова. Получилось! Можно идти проверять нашу работу. Приподнимем машинку и установим на свое место колесо, не забыв натянуть цепь. Осталось закрепить колесо нашей новой шпилькой. Давай попробуем. Раньше колеса крепились шпильками, теперь же колеса крепят болтами. Так надежнее. Раз и готово. Красота! Все получилось замечательно. Новая шпилька выглядит очень хорошо, а еще она гораздо прочнее той, что была. Пока, машинка!
Ну и мне пора отправляться дальше. Может, слетаю в будущее и посмотрю на машинки там. Пока! До новых встреч, друзья!